В поселке Волоконовка появился Комсомольский сад. Такое имя ему дали активисты местного совета ветеранов. Деревья они сажали сами, как когда-то в молодости. Яблони нескольких сортов станут украшением большого поселкового парка. А весной пенсионеры планируют украсить эту аллею молодыми деревцами черешни, вишни, абрикосов. Светлана Уколова, ныне председатель Волоконовского совета ветеранов, в юности была комсомольским вожаком и до сих пор не утратила активной жизненной позиции. Пусть этот сад будет памятью о тех временах, когда жили мы, и напоминает о тех хороших традициях, которые были в то время.